У Могилеві почався міжнародний музичний фестиваль «Золотий шлягер 2017». Програму відкрив концерт оркестра народних інструментів ім'я Леоніда Іванова. Під акомпанемент могилевських артистів класичні «Золоті шлягери» співали сусвітні зірки оперної сцени Чингіз і Алена Аюшеєви. Попури з творчості Леоніда Утесова і заміжні шлягери, народні співи і арії з оперет і мюзиклів. Концертна програма на любий густ, навіть самий потребувальний. З перших акордів, з перших твораў артисти сорвали аплодисменти могилевської публіки. Мы не ожидали, что с первой песни они сразу так тепло примут, сразу начнут кричать «Браво!», сразу, то есть уже градус концерта совсем другой. И нам тоже сразу приятно работать, мы стараемся уже отдаваться полностью. Сумесно с зорками оперной сцены у оркестра народных инструментов была только одна репетиция. А уражение складывалось, что могилевские музыки аккомпануют Алене и Чингизу Аюшеевым не первый год. Великолепный оркестр, ребята, смотрю, зажигает как каждый, как индивидуальный личность, артист. Это видно сразу. Класичные творы, вечные шлягеры. Яны прошли выпробование часом. Их выполнение для любого артиста – это своеобразный экзамен. Возможность есть приобщиться к искусству, приобщить широкие слои, широкую публику, в том числе и к различного вида искусства. Публику ведь надо воспитывать тоже, потому что если ничего не делать, ничего не будет. Классическая музыка, она вечна, скажем так. Она не подвергается моде, она всегда интересно публике. У меня гордость такая за наш город, когда проходит этот золотой шлягер у нас. Первый концерт прошел с аншлагом. Классика на то и классика. Каб назавжды заставаться золотым шлягером всех часов и народов. Ирина Бордиловская, Денис Бутылин. Новини региона.